Около кинотеатра «Искра» продолжает свою работу ярмарка, на которой можно купить как продукты питания, так и товары для дома. И, конечно, при желании обновить гардероб к летнему сезону. Турецкая одежда, цены демократичные, товар поступает прямо с фабрик. Это брюки, платья, блузки. Все натуральное, размеры с 48 по 62. Также на распродаже женщины подберут себе модный аксессуар – новую сумку. У меня сумки «Испания», сумки настоящие, это коллекционные модели, значит, ручная работа. Как женщины, так и мужчины смогут выбрать себе головной убор. Здесь есть все – от бейсболок до шляп. Впрочем, речь идет не только о лете. Из головных уборов почти есть все сезонные шапочки. Есть осенние, зимние, весенние, летние. Есть соломенные шляпы, из Краснодара привозим. Есть меховые шапки, которые остались, мы как раз распродажу устроили, там продаем. Все продукты питания, выставленные на продажу, свежие, высокого качества. Цены могут приятно удивить видновчан. В отличие от магазинов, некоторые товары перед покупкой можно попробовать на месте. Наша специализация – это твердые и полутвердые сыры сроком созревания не менее 2 месяцев. При этом у нас есть сыр свежий, который мы сварили в пятницу и вот уже в понедельник привезли сюда. Это совсем молодой сыр, но так или иначе в летний жаркий день это очень хороший завтрак. Если приобретать сразу несколько единиц товара, возможны скидки, как, например, с икрой лососевых рыб. Баночки по 140, по 250 грамм. Производство Камчатка и Сахалин. Также икра щуки, икра палтус по 220 грамм баночки. Очень вкусная у нас печень трески. К чаю здесь всегда широкий ассортимент сладостей от азовской кондитерской фабрики. Каждый найдет себе что-то по вкусу. Халва, мармелад, рахат, лукум. Продукция на натуральных компонентах. То есть мармелад на агаре, на яблочном пектине. Халва тоже от лучших производителей. Поэтому зефирчик, печеница, меренговые рулеты. И, конечно, какое лето без свежих ягод, овощей и фруктов? Сразу в нескольких палатках есть большой выбор природных витаминов. Сейчас в основном большой ассортимент черешни пошел. Самая вот ягода, клубника уже чуть-чуть спала, люди наелись. Сейчас черешня идет. Самое лучшее – это Киргизия идет. Сладкая, медовая. Пошел азербайджанская есть, есть еще узбекская. Для любителей мясных изделий традиционно представлена фермерская продукция из Беларуси. У нас продукция очень вкусная, питательная. И для детей есть, для маленьких тоже есть сосиски детские, колбаски детские, молочные. Есть сало очень вкусное от фермера. Ярмарка будет работать до конца недели. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.